Если обратиться к анализу и посмотреть, исходя из анализа дорожно-транспортных происшествий, проведенных сотрудниками госавтоинспекции, на этом участке автодороги за истекший период 2021 года произошло 10 ДТП. Это порядка 30 с лишним процентов от общего количества ДТП, произошедших на территории Среднеахтубинского района. Также можно отметить, что в результате ДТП, не можно, а считаю нужным отметить, есть и тяжкие последствия в ДТП. Это один человек у нас погиб, и 14 получили ранения. Здесь особую тревогу вызывает факт еще детского травматизма. То же самое у нас есть случаи, когда на данной автодороге произошло очень много ДТП с детьми. Вот. Здесь тоже хотелось бы об этом отметить. Минимальный поток транспортных средств – это порядка прохождения 200-300 машин в сутки. В сутки? Да. А сейчас там сколько? А сейчас поток там порядка 3-3,5 тысяч в сутки.